Ты по городу идешь, спотыкаются прохожие. Я в багульниках трещу барсучиною тропой, никому и не втомек. Что такие непохожие? Это след тигра-самца, который прошел здесь примерно 3-4 дня назад. Вот, он прошел по дороге в ту сторону. И, вероятнее всего, очень часто пользуется этой тропой, где ему ходить достаточно удобно. Вот у нас тигриный капкан. Стоит в аккурат на тропе. Все готовы увидеть, как это делается. Вау! Это страшно. Ну, причин много. Одна из них — это спрос на тигриные шкуры и части тела. Вторая причина — это то, что социальная ситуация в стране очень плохая, обнищание. И людям иногда просто возможно выжить только за счет того, что они идут в лес и что-нибудь убивают. Третья причина — это то, что до сих пор товары из тигра и из других животных используются в традиционной китайской медицине. Вот. И это порождает постоянный спрос со стороны китайских торговцев. В китайской медицине используется практически все, что есть у тигра. Ну вот, например, вот эти усы используют для того, чтобы снимать зубную боль. И считается, что вот если в больной зуб поковыряешь там вот этим усиком, то боль проходит. Это работа, которой мы занимаемся, это в основном борьба с браконьерством, это изъятие вот этих шкур, изъятие костей, изъятие оружия. Она очень важна, потому что если мы хоть немножко уменьшим многочисленных таежных зимовий, где в принципе могут быть браконьеры. Вот. В этот раз здесь никого нету, они уехали вчера. Вот. Но проблема в том, что вот таких вот избушечек в тайге тысячи. Вот. И в каждой из них могут находиться эти люди, браконьеры. Вот, у меня были такие случаи, когда вот, была машина не выключена, я стал ее проверять, я залез на половину корпуса в эту машину, и он рванул с места. И у меня чуть не оторвало там вообще голову, целую руку. Здорово. Работа была очень увлекательная, но и тяжелая, потому что тигры, к сожалению, не ходят от избушки к избушке, и приходилось ночевать у костра. Время было зимнее, декабрь, морозы доходили, градусов до 40, наверное. Вот. И бывали такие ситуации, когда было очень холодно, приходилось лежа у костра, натягивать на себя собак, ложиться с ними,
вот, накрываться ими. И вот эти собачки нас вручали. Стерли зуба нашу кость, соглядатые сопливые, били, рвали пополам, лгали, брали на испуг, но ответ на тот вопрос, что такое быть счастливыми, в целом мире знаем мы, знаем только ты и я, да еще наш лучший друг.